27 июля на голландских высотах произошло трагическое событие. Ракета упала на футбольное поле, унесла жизни 12 человек. Израильские власти заявили, что данный удар был совершен шиитской организацией Хизбалла. В связи с этим инцидентом Максим Галкин, который ранее уехал из России в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, решил высказаться. Галкин в прошлом уже неоднократно высказывал поддержку политике и властям Израиля. На этот раз он не смог промолчать после атаки, совершенной Хизбаллой. Супруг Аллы Пугачевой описал произошедшее как ужасную трагедию. Он сообщил, что ракета поразила историческое арабское поселение друзов, где в это время проходил матч, и взорвалась на детской площадке. В результате этого инцидента, по словам артиста, погибли и подростки. Все чаще жертвами террористов становятся дети. «Невыносимо», — написал Галкин в социальных сетях. Хизбалла отрицает свою причастность к произошедшему, в то время как министр обороны Йоав Галант заявил о намерении Израиля нанести сильный удар по врагу. В связи с серьезными проблемами со здоровьем Пугачевой, знаменитая пара решила покинуть Израиль и перебраться в Юрмалу вместе с детьми. Пугачева уже договорилась об аренде роскошной виллы недалеко от особняка Лаймы Вайкуля. Этот двухэтажный дом включает в себя спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. За 35,5 миллионов рублей примадонна сможет пользоваться всем этим в течение 4 месяцев.